Любитель геометрии, точных линий, прямоугольников и квадратов, Питер Хелли на откровение не претендует, развлекается цветом и формой. На этот раз все оттенки желтого. Я искал контрасты, мне не хотелось создать только желтый монохром. В приоритете бьющие яркие пятна. Черный квадрат Малевича стал альфа и омегой для Хелли. В нем художник увидел код современного искусства. Я понял, что картина не должна показывать нашу реальность. Можно обойтись без чашки кофе на столе. Резонанс с реальностью гораздо важнее. Металлическую серию Питер Хелли написал под впечатлением икон Третьяковской галереи, используя флуоресцентную краску, имитирующую светодиодный экран. Он не делает просто однотонно, монотонно сухие вещи. Они постоянно внутри антагонируют. Каждой формы и цвета антагонируют одна с другой. Работы Хелли напоминают картинки из интернета. Художник не скрывает. Именно всемирная паутина подкидывает ему новые идеи. Я создаю абстрактные геометрические картины, вдохновляясь компьютерными технологиями. В них нет людей, но мне интересна эта коммуникация. Сам художник предпочитает живое общение с соцсетями, иронично относится к людям, которые жертвуют личным пространством ради интернета. А вот с геометрическими фигурами Хелли не скучно. Они для него больше, чем просто углы и линии. 10 лет назад он впервые привез свои работы в Москву. Теперь новая серия «Новейная геометрия русской иконы». Елена Ворошилова, Дмитрий Тукалов, «Новости культуры».